Во время прогулки с одноклассниками друг Мухаммада Илхароева провалился под лед Тимоховского пруда. Мимо проходили взрослые, но только ребенок, не раздумывая, бросился на помощь товарищу. Вытащил его из воды и отвел домой. Позже родители 10-летнего героя связались с мамой пострадавшего мальчика и убедились, что с ним все в порядке. Что называется, обошлось, даже не заболел. Взрослые проходили и смотрели просто. Я подумала, если я был бы на его месте... И протянул ему руку и спас его. Тогда Мухаммад удостоился благодарственного письма от Главного управления МЧС России. Этот мужественный и смелый поступок будет примером тысячам граждан Ленинского городского округа, ценящим дружбу и взаимовыручку. Уверен, что спасенная жизнь положит начало целой череды добрых твоих дел. Поступок мальчика отметил и глава республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов. А на днях юного героя наградили благодарностью постоянного представительства республики при президенте Российской Федерации. Безусловно, поступок Мухаммада Илхароева, конечно, он является примером для всех нас, да, в том числе для взрослых, потому что не каждый взрослый может так оперативно среагировать на таких ситуациях. Да, для этого нужна и смелость, и отвага, и сила. Духа. Вот поэтому мы восхищаемся, выражаем глубокое уважение нашему юному герою и желаем ему всего самого наилучшего, а главное – успехов в учебе. Мухаммад мечтает стать спасателем. Он не понаслышке знает, что такое отвага. Дедушка мальчика – выдающийся генерал российской армии. В свое время зарекомендовал себя как грамотный и решительный офицер. Мухаммад планирует поступить в ряды сотрудников МЧС и продолжить прославлять свой род. Юлия Погосьян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.